Ну, когда бросишься героя с количеством дэмэджа примерно на 20 плюс больше, чем у тебя, я даже не знаю, надо ли вообще это брать. То есть сейчас условно любой герой с ловкостью покупает 2 в резбенда, у него так спит, как с Яшей. А ты на инвокере с 2 нулями, 3 удара ему дает. Ой, он тебе дает 3 удара в лицо, ты просто один ему успеваешь дать. И то, если успеешь вообще дать. Это немного нечестно. Лол. Что за дичь происходит из игры в игру просто? Ну ладно. Я думал, что Стаб мне тоже умер, проскинул. Your spirit is missing, careful mid lane. Alright, guys. Sorry, first kill. Потянул. Естественно, здесь верно, кажется, резиме. Как он не умер? Прям очень. Бро, I'm killing. Swap, не слышишь. Глобал? Нет. Ну как же так можно ошибаться, грубо. Умер? Нет, выжил. Может, ты верно подсейвил. У него там хп, конечно. О, что ж ты делаешь на Магнусе? Куда ты прыгаешь? Why go back? We can fight here. I mean, don't die from the high ground. Fine, but... Global? Jesus fucking Christ.
Fuck! Просто клипов умер, клип. Алло, тебе? Почему они РПшат одного здесь, нажимает глобал на него, нажимает все просто в него. За что они так ненавидят этого парня? Даже мне интересно. Не дай мне, не дай ему завалить, не дай ему тебе завалить. Естественно, естественно. Monkey King стоит, не может палкой попасть. Чё, брато, когда-нибудь у тебя появится возможность нажать кнопку. Знаешь, опция такая в голове появится. Кнопку на героя вражеского, чтобы он умер и не разультился. Но не сегодня. Но. Нет. О, как же впадло было сейчас умирать. Терроблейд. Kill TB. Follow him! Oh, с иллюзией воюет. Нет, не добивай его! Ну что ж ты... О, это ужас. Это просто ужас. Он же даже не его застанил, меня застанил. Как они это сделали? С играми.